Для того, чтобы выйти на сцену и поучаствовать в турнире, этим собакам не нужны длинные родословные, соответствие стандартам породы и умение показывать трюки из высшей собачьей школы. В ежегодном Кубке Барбоса участвуют беспородные псы и метисы. Цель ежегодной благотворительной выставки – показать, что беспородные, которых здесь называют бесподобными, также умны и красивы, как их породистые собратья. Мероприятие традиционное, проводится уже в четвертый год подряд, и все больше и больше участников с каждым годом. И действительно, главная цель все-таки показать и городу Сочи, и жителям всем, в том, что есть у нас четвероногие друзья, и к ним надо все-таки относиться по-доброму, с любовью. Важный критерий участия – пес должен быть здоровым, привитым и социализированным. Питомцы были представлены в четырех так называемых рингах в соответствии с ростом и возрастом. В каждом определили по три победителя. Победу в своей группе четвероногих одержал Коба. В Кубке Барбоса он участвует уже второй раз. Правда, в этом году уже в новом и очень приятном для себя качестве. Подруга взяла собаку, она мне подсказала, что есть такой приют, там нужно взять. Я зашла на их сайт, увидела фотографию вот этого вот полосатого чуда и поняла, что все, вот я хочу, чтобы это была моя собака, чтобы она жила у меня дома. Он до меня в прошлом году и позапрошлом, по-моему, уже участвовал как от приюта, да, и приводили его, но его никто не взял, наверное, к счастью, он ждал меня. В этом году мы уже вместе, как домашний пес. Показать важность ответственного отношения к животным – это еще одна цель Кубка Барбоса. Кстати, псы, живущие в приютах, также стали участниками турнира с надеждой обрести дом. Своих хозяев Чика нашла 6 лет назад. Травмированную ее подобрали на улице. Чика инвалид, но это не мешает ей вести активный образ жизни и участвовать в конкурсе. Чика много путешествует. Она была в Казани, она была в Москве и на Красной площади. Очень много людей с ней фотографируются. Она ко всем добродушна. И мы решили поучаствовать, собственно, вот в этой выставке, посмотреть, показать ее, показать то, что такая собака тоже имеет место быть, и с ней совершенно несложно, интересно, ничем не отличается от другой собаки. Чика тоже получила на Кубке Барбоса заслуженную медаль. Каждый из участников турнира доказал, что для настоящей дружбы порода не важна. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ВКТ.